во всяком случае, опасность вызывает, потому что у меня как бы много знакомых живут в Англии, попереболели много. Поэтому поосторожнее надо быть. На матч пойдете с греками, если состоится? Конечно, куда я денусь? Я поползу на него. Ажиотаж очень серьезный, оксалиновые мази и маски разлетаются просто в секунды. Как бы все, что было у нас, все запасы наши уже закончились, и противовирусные препараты, это арбидол, основные амизон, анаферон, все, то есть улетают очень быстро, люди в панике, судя по всему. Суп называется «Молдова». Уходите. О, упал. Я все равно попадаю. Что-то гриб какой-то интересный. Не хотим с ним встречаться. Предпринимаем, аптеки пустые, вы же знаете. Ну вот сейчас ударили по витаминам. Думаем, что это нам поможет. А что вы думаете, вам поможет? Что конкретно? Наверное, лимоны, апельсины, грейпфруты. Ну так нам кажется, но мы же не знаем, кто он такой, этот гриб. Очень часто производится обработка, дезинфекция вагона. Но по выявлению, если выявляется такой пассажир, да бог, конечно, чтобы такого не было, для этого принимаются соответствующие меры вместе с начальником поезда. Этот пассажир отдельно огораживается в купе или ликвидируется от всех. Соответственно, с начальником поезда принимаются меры. На ближайшую станцию вызывается медработник, либо скорая помощь. И потом совместными с медработниками он этот пассажир госпитализирует. Собрались на свадьбу в Хмельницк ехать из-за эпидемии, страшно, с ребенком. Надеемся, что наше правительство позаботится о том, чтобы какие-то средства, меры принимать, чтобы люди не страдали. А утром ничего нет, 5:40 ушел. Справочку проводить, боковое? Да, давайте боковое.